Итак, всем привет, с вами снова я, великий неотразимый Зазепа. Да, кто не смотрел Assassin's Creed, мое прохождение, тот не знает, почему я отсутствовал, собственно говоря, все это время. Но я могу так объяснить вкратце. Приходилось учить ПДД, английский сдавать надо было в универе. Так что вообще полная задница была. Вот. А сейчас у меня более-менее рассосался трафик. И то мне надо будет где-то через часа 4, боже, уже заговариваюсь, потому что сидел, учил всю ночь. Ой, идти садиться за руль, короче, и... Последнее занятие уже практическое. Буду водителем уже 21 числа. Этих пидорасов лучше, наверное, не трогать. Просто даже уже не знаю. Так высовываться тоже, наверное, не стоит. Где-нибудь вот здесь его сниму. Как-то здесь слишком освещено. Священника, что ли, вызывали? Что у вас тут так освещено? Просвещено. Так. Саечка за испуг. Бля. Ладно, хрен с вами. По одному падла. Засунь свой Макаров себе в очко. Не, серьезно, засунь его себе в очко. Тут я. Очконавт. Все? Да будет вам покой. И души ваши будут смиренны. Блять, кто там еще вопит? Это снизу, походу, да? Ладно, МП5 мы пока не выкидываем. Так, ну тревогу они тут явно никак не смогли бы включить. Камеру то вообще никак, хотя... Не, отключить не получится. Давай, курва. Я не знаю. Давайте попробуем с этим. Пока тревоги нету. Бля, мне страшно. Чё, серьезно, не видите? Бля, шо ж вы туситесь как резаные? Давай, приятелю, угомонись, не знаю. Я, в принципе, могу троих снять. Всё, надеюсь, он сюда больше не прибежит. Бля. Не, ну я так не могу. Как работает в таких условиях? Нету слов. Да хорош носиться, блин! Я ж проходил ту игру, блин, малым еще был. Никто ничего не видел. Один патрон для себя оставил, наверное. Ну это вообще для экстренной ситуации. Так, ладно, минус 2, это уже хорошо. Подождем. Почему? Бля. Ах.
Какая дивная здесь шахта, да? Не замечаете ли вы? Да, прикольная шахта. Честно, набежит человек 50, и что мне с ними делать со всеми? Можно, в принципе, было лечь и принимать их по одному. Да, нахрена я наверх поднялся? Ладно, в следующий раз, наверное, так и сделаю. Или сейчас. Блин, меня сейчас тут убьют уже, просто банально. Так, ладно, одного снял, сразу наверх. Наплевать на моральные принципы, какие-то устои. Забудь об этом. Так, ладно, минус один. Так, одного снимаем, сразу наверх валим. Не надо включать сирену. Фух. Можем гранату туда послать одну. Так вот, маслину одну. Не, так я чисто хп растеряю. Какой-то, блин, это МП-5, я не знаю, хреновый что ли. Ладно, потрачу сейчас патроны пока на МП-5, потом пойду соберу калашников. А, достали все-таки. О, подождите, кстати. Бля, ну я не знаю. Сейчас убьют просто банально. А. Все, режим ждем и принимаем. Наплевать. Хоть один гандон точно прибежит. Не прибежал. Сейчас ходим за автоматами Калашникова. Ой, камера, не биты мозги. Все, короче, затариваемся калашами. Макарыч, у всех Макарыч. Блин, 104. Ладно, уже калашников так калашников. Так, ладно, соблюдаем субординацию. Бежим пока. Какой пидок сюда не пришел. Ты славник. Нам это, в принципе, и не нужно. Чтоб всегда кто-нибудь приходил. Какой-нибудь гондольер Иванович. Я так понимаю, я тут всех убил, что ли? Ладно. Not problem. Let's do it quick. Так, камер нету, ни хрена нету. Охранников нету. Сказка просто, не жизнь, да? Калашникова наподбирали. То мало ли еще повылазь, как тараканы, я их знаю, блин, с углов со всех.
Я лучше ползком. Ну, так безопаснее. Еще с одного кого-нибудь сниму. Это я так топаю, как слон. Так, никого же нету. Я уже просто, блядь, боюсь. Так, взламываю компьютер. Отключаю все системы охраны. А какие у меня задания вообще? Не помню. Так. Загрузить данные штаба. Передать данные штаб. Ой, бля. Ладно, теперь у меня нет макарона. Так, что мне там еще надо сделать? Так, задача, ладно. Открыть двери в тоннель. Ехать на высоколейке до вентиляционной шахты. Прорваться на вентиляционную станцию через вентиляционную шахту. Ладно, короче, мне тоннель нужно. Прорваться в шахту. Блять, закройся ты уже. Чё, давайте сделаем это. Ой. У нас тут гость. Прям гвоздь программы. Я думаю, мы его того, режиком занозим, да? Я тебя режиком заножу. Будешь дырами мотать и... мотою головать. Как не забуду. Здесь у нас, в принципе, складец, ничего полезного. Стрелять, я думаю, сейчас... без причин не буду. Так. Вырезал ему аппендицит. Как мне вопрос в том, что надо открыть сраную дверь. Работает спецназ. Мне сюда надо проникнуть, да? Там еще какой-то проход есть. Давайте сползаем. Так, в казармах уже явно никого нету, да? Визовая поддержка им нужна. Так, толканы. У нас задержавшихся нету. А, что-то я поссать решил. Друзья, товарищи, приятели. А чё у нас тут? Мне просто так интересно. Что это? Для чего это? Куда это ведет? Наверное, на выход через вентиляционную шахту, да? Блин, так мы могли здесь пройти. Ах. Давайте уже на лифте. Быстрее на лифте будет. А камеру уже отключил. А лифт уже не поедет. Ну. Что уж делать? Раз пошла такая пьянка. Да не дыши ты как рожаешь, как будто бы. Побежал тут совсем немножко. Ты ж спецназ. Ты ж, мать его, спецназ. Дай-ка взломаю эту хрень. Конор. Так, у нас приказ был ехать на вагонетке. Вопрос лишь в том, поедем ли мы на этой вагонетке. Не, в принципе, наверное, могли и на ней поехать, да? Просто мало ли там патрульные какие по шахте ходят.
Ну, просто это, блин, какой-то лишний геморрой, по-моему. Так их можно снять. Так, о, вагонетка приехала, что такое, нужно пойти разобраться. Пойдут такие, хоп-хоп-хоп, их там чик-чик-чик, короче, и все. Режиком заножил их. Да, нас ждет долгий путь вперед. Ну, просто с той стороны в любом случае охрана же есть. Че, на полном ходу, что ли, выпрыгивать? Нахрена это вообще вагонетка? Можно было ее даже не запускать, можно было пешком идти. Что, наверное, и лучше было бы в такой ситуации. Ну, мы спецназ, у нас калашников есть. Так, ехать, стрелять-то, ходуть, да чё-то не хочется. Давай режиком воздух так шух-шух-шух. Давай. Как в армии США учили так. Не. Я псих с гранатой. Я способен на все. Шел 301 день. Слушайте, ребята, вы пока смотрите, я не знаю, подержите пока за меня кнопку, а? W, а то мне что-то, я уже устал ее держать. Ничего, как говорится, долго, лучше медленно и безопасно, чем быстро и хреново, и придется опять перепроходить. Я не хочу перепроходить, мне это, блин, вообще никак не хочется. Может отмотать? Блин, там мне там придется Вега скачивать. Я не буду отматывать. Не, я это сделаю. Я это сделаю. Только вперед, только вперед. Только вперед, мы шагаем вперед. Мы идем по тоннелю. И нам хорошо. Мы уже заебались по нему идти. Это бляха-муха. Не, вы серьезно, да? Так, какую песенку кто знает, а? Давайте, по заявкам. Там за туманами, вечными пьяными, когда я стану дембелем. А дембелем я стану после того, как пройду этот, мать его, тоннель. Ой, бля, нахрена такую здоровенную локацию делать? Ну, серьезно. Для такой-то игры, она какого года вообще? По-моему, где-то 2000-х. Ах, так ладно, мы остановились, по-моему, на песне, да? Гордо марширует французский легион. Ла-л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 а. Не знаю. Так, надо чуть положить на кнопку W. Так, что у меня на столе есть? Плотнее. Ладно, уж подержу ее, так и быть. Давайте вот так. Ладно, заебало. Надо покурить трубку здоровья. Я еще 5 лет идти. Нет, точно буду ускорять ее. Точно стопудово. Нет, Вегас мне, по-моему, установлен. Где-то был. Только не знаю, как он замонтирует это видео. Нужно отрезок делать, потом вставлять его. Ну, поработаю ручками. Поработаю.
Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки? Не вижу ваших ручек. Давайте поскорей. А-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бать, мы серьезно вышли? Ой, бля. Это так нас наебать решили. Нет, походу нас так наебать решили. О-о-о-о. Это был Майкл Джексон. Я вас всех убью. Убью спидорасов. Я не убью. Когда закончится гребаный туннель, сейчас с ума сойду. Кто проживает на дне океана? Спанч Боб, Сквепенс. Как там? Дружный малыш, малыш без изъян. Спанч Боб, Сквепенс. Спанч Боб, Сквепенс. Спанч Боб, Сквепенс. Спанч Боб, мать его, Сквепенс. Это что, мы уже пришли? Ебать, даже дождь уже успел пойти у меня за окном. Кто слышит? Кто слышит, ставьте лайк. О, с бородою до колен, там же, где его член. Наконец-то я дошел. Что-то педрило какое-то стоит. А, походу, не зря я пешочком шел. Так, нужно усесться поудобнее. А чё он там сидит на этой вагонетке? Ему походу в задницу вписали. Операция завершена. Mission accomplished. Это я так хлопаю. Агенту Джону Смиту. Ага, вернулся. Я уж думал, тебе там больше предложили. А. Так мы наемник или какой-то спецагент? Схему. Лазерный резак. Старайся только не попадаться на глаза охране. Твоя задача — добраться до лаборатории и найти там прототип микросхемы. Поищи там документы, а если что-нибудь случится с микросхемой, головой мне ответишь, понял? Я не для того тут столько корячился, чтобы все испортить. Да не испортил. Один Джон Смит высадился. Ладно, ребят, на этом, пожалуй, закончим нашу серию. Один Джон Смит сегодня устал, он и так сегодня Assassin's Creed записал, так что... Лайк, подписка, обязательно, всего хорошего, пока.